Впервые за несколько лет поменялось место проведения чемпионата области по пляжному волейболу. Если раньше спортсмены выходили под сетку в Кимрах, в этом году организаторы предложили сыграть на Тверской площадке. Думаю, что, наверное, будем проводить теперь в Твери. В Тверь приезжает все-таки народу больше немножко. Стратегически Тверь более, так сказать, выгодный в этом плане. Турнир проводился в 2 дня. Сначала сильнейших выявляли среди взрослых спортсменов. Затем медали разыграла молодежь до 18 лет. В спор за награды региональной пробы вступили пары из Твери, Кимр, Молокова, Бежец, Коржева и Торжка. Всего набралось чуть меньше 50 команд. Стали показывать пляжный волейбол, и люди пошли на пляжный волейбол. Наверное, от этого идет. К слову, в ряды участников, рассчитывавших сыграть больше матчей с разными соперниками, закралось некоторое разочарование. Дело в том, что для экономии времени организаторы чемпионата провели его по олимпийской системе. Так что проигравшие сразу вылетали из борьбы, без вариантов на утешительные встречи. В этом году в первой части турнира за чемпионский титул сошлись 15 женских и 10 мужских команд. Среди мужчин весь пьедестал почета был покорен тверитянами. Третье место заняли Павел Барышев и Евгений Ковалев, второе – Иван Фомин и Андрей Греднев. А золото и кубок завоевали Олег Островский и Артем Шибаев. Мы уже второй раз в финале играем. Мы в первый раз мы проиграли. Играли также с Иваном Фоминым в финале, но уже мы проиграли. Сейчас мы победили и, собственно, несказанно этому рады. Ну, играем, наверное, раз в четвертый вместе. Взаимопонимания никакого. Никакого. Да, мы просто... Да, мы просто с ним лучшие друзья, и поэтому, собственно, наверное, это и есть наше лучшее взаимопонимание. Среди женщин в финале встретились тверитянки Екатерина Смирнова с Ириной Германовой и Ольга Кизанова с Ксенией Шапошник. Причем пара Кизанова-Шапошник выступала в роли действующих чемпионов. В итоге Ольга и Ксения не позволили соперницам отнять титул и снова поднялись на высшую ступень пьедестала. Игра была красивая, красочная, противник хороший. И когда противники одинаковы и у обеих команд их желание победить, то и зрелищно выглядит все это на площадке, поэтому эмоции, восторг. Ну и естественно, что мы победили, потому что мы в прошлом году побеждали тоже на чемпионате области, и поэтому как бы мы подтвердили этот статус второй год подряд. С каждым годом все труднее или уже знаете как бы свои силы, знаете соперников? Кто-то может удивлять, вот пока до финала шли. Да, вот удивляют девочки на самом деле, вот с которыми сейчас в финале встретились. Мы просто с ними играем на чемпионате города, и вот на прошлом этапе они были как бы таким достаточно хорошим открытием, положительным. Они заняли первое место, выиграв у нас, соответственно. Мы им проиграли. Это у нас матч-реванш, собственно, был очень принципиально и важно сейчас выиграть и подтвердить, что да, мы сильнее. В юношеской части областного турнира первые места также остались за хозяевами площадки. Золото заблестело на груди Марины Невской и Дарьи Кузнецовой, и Олега Яковлева, и Арсена Марданяна.